Хотел многократно увеличить свой доход доверчивый житель Кирова Василий. Мужчина соблазнился рекламным объявлением в интернете о быстром заработке на бирже. Потерпевший перевел жуликам 60 тысяч рублей и думал, что уже стал успешным инвестором. Но в итоге подвох и разочарование. Как выяснилось, вместо законопослушных брокеров это были мошенники. Подробности у коллеги Михаила Вагина. Соответственно, реклама. Платформа Павла Дурова. Зарегистрировался там с телефона, со своего созвона. Известное имя создателя интернет-платформы Telegram привлекло внимание Василия. Любитель пассивного дохода поверил объявлению и прошел по ссылке. Впоследствии ему перезвонили и сообщили, сколько нужно вложить. Минимальная сумма 400-500 долларов. Ну, чем больше, тем лучше, соответственно. Василий думал, что доверил свои деньги надежным людям, которые на фондовом рынке сделают его богатым. И поначалу начинающий инвестор заработал целых 10 долларов и, видимо, понял, что схема рабочая, но потом что-то пошло не так. Я 30-ку закидываю, два платежа по 15. Угу. И все, человек пропал, пишет мне, в WhatsApp вот все есть. В WhatsApp. Там позвоню позже. Ждал где-то неделю. Девушка-консультант в итоге пропала, как и деньги потерпевшего. Впрочем, через некоторое время Василию вновь позвонили и предложили инвестировать еще раз. В общем, человек пропал, потом мне давай называет, я говорю, давайте мне денежки как-то решать вопрос. Не, давай вкладывай дальше. Я говорю, В итоге обманутый кировчанин пришел в полицию писать заявление. Сейчас возбуждено уголовное дело, мошенников ищут, а доверчивый инвестор платит кредиты. Я завез долги, завез эти кредиты, платные кредиты. Не так были кредиты, плюс эти, микрозаймы. Михаил Вагин, место происшествия.